13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает предприниматель, депутат городской думы 5-го созыва Алексей Кузьмин. Алексей, добрый день. Добрый день. Не очень давно это было. Глава города Илья Шульгин, который каждый день является ньюсмейкером у нас практически, и хорошо. Есть что обсуждать. Это правильно, да. Да, есть что размышлять. Мы соглашаемся. С самого начала особого мнения соглашаемся, но это не значит, что я не буду задавать сегодня каверзных вопросов. Все правильно. Так вот, он до 28 июля сказал, что все старые лампы, мы их называем оранжевыми фонарями, в Кирове заменят на новые, белые, современные, экономичные. И даже говорил о том, что под это уже есть контракты, я не знаю, они разыгрываются или нет. Но эта тема активно кировчанами не обсуждается, может быть, и вообще на свет как-то не очень часто в последнее время жалуется. Тема неосвещенных дворов тоже тихонечко уходит на задний план. Не знаю, правда, с чем это связано, потому что нет у нас пока никаких данных о том, что происходит с освещением в Кирове. Но уже вот такие два заявления, касающиеся света от Шульгина, мы получили. Первое о замене ламп. И что он за собой влечет, в том числе экономические, какие ресурсы нужно подтянуть, и что получит город от этого. А второе его заявление было о том, что необходимо при прокладке коммуникаций и ремонте улиц и дворов все провода электрические прятать под землю. Я знаю, что ты занимаешься освещением, в том числе работаешь с несколькими муниципалитетами, я не знаю, в Кировской ли области или нет. Но что вообще происходит сейчас в стране, общая ли это тенденция или это прихоть нашего сити-менеджера? Действительно, моя компания занимается заменой системы освещения не только в Кировской области, но и в соседних регионах. Не называй ее название, чтобы нас не потянули. Да, не буду называть. И в Костроме, и в Коми мы работаем, и в Мариэл, значит, и в Москве. Отмечу следующее, что жители города Кирова в последнее время не жалуются на систему освещения в городе. Почему? Потому что несколько лет назад Киров участвовал в энергосервисном контракте и подписал этот энергосервисный контракт с компанией Philips, небезызвестная брендовая компания, которая поставила в наш регион и лампы, и были заменены светильники. Основу освещения города Кирова представляют лампы Денат, натриевые, 250 ватт. Это сейчас? Это сейчас. После того, как энергоконтракт был подписан. Все... Раньше вообще в городе было такое, может быть, вы вспомните, тусклое голубоватое освещение. Стояли лампы ДРЛ. ДРЛ 400 ватт. Это не энергоэффективные лампы, это старый тип освещения. Затем Philips поменял на натриевые лампы 250 ватт. То есть чувствуете уже снижение по ваттам и, соответственно, уже энергоэффективность. И сейчас и глава администрации, если честно, и не только он, и до этого этот вопрос обсуждался неоднократно, предлагают подписать новый энергосервисный контракт уже на замену ламп Денат 250 Вт на светодиодные лампы. Диапазон ваттности светодиодных ламп аналогами являются от 70, ну, примерно там, до 100 Вт. Соответственно, еще больше. Соответственно, чувствуете, насколько здесь уже падение по ваттности и насколько здесь город может сэкономить на оплате электроэнергии. Значит, этот вопрос сейчас очень актуален. Почему? Потому что порядка 119 миллионов рублей в год тратит город на оплату электроэнергии и услуг по замене, демонтажу уличного фонарного освещения. Эта цифра очень большая, эта цифра колоссальная. А сам новый проект энергосервисного контракта подразумевает цифру порядка 300 с лишним миллионов рублей. Вот. Секунду. 119 миллионов город тратит на электроэнергию. На электроэнергию и сопровождение ее, там, да, технические работы. Да. А теперь контракт 300 миллионов. Где же здесь выигрыш? Хочу отметить выигрыш этого контракта. Во-первых, энергосервисные контракты подписываются обычно от 3 до 10 лет. Как мне кажется, по нашим расчетам, вот действующий энергосервисный контракт для города Кирова по нынешним ценам должен быть не менее чем 5-7 лет. Поэтому если посчитать экономию в 5-7 лет, посчитать разницу между 250 ваттами и 70-100 ваттами, то экономия будет достаточно существенной. Это первое. Второе. Городу на самом деле не требуется из кармана достать одномоментно 300 с лишним миллионов рублей. Почему? Потому что энергосервисный контракт подразумевает оплату подрядчику на экономии на электроэнергии.
То есть, если раньше город тратил, например, 120 миллионов рублей в год, сейчас он будет тратить там, в 2,5 раза меньше, ну, предположим, там 50 миллионов рублей в год, то разницу между 120 и 50 миллионами рублей в год, а это там 70 миллионов рублей, будет отдавать город подрядчику в год. То есть экономика, она примерно такая. Это я сейчас на пальцах вот эти цифры объясняю, но на самом деле экономика, она примерно такая. И поэтому этот энергосервисный контракт, он выгоден всем. Он выгоден городу, потому что город одномоментно, там, буквально в течение месяца, меняет все фонарное освещение в городе, а это порядка 23,5 тысяч точек. Это очень большой объем, это колоссальный объем. Город одномоментно поменяет это освещение. Город не заплатит из своего кармана одномоментно 300 с лишним рублей, а будет платить ежемесячно частями на разнице в электроэнергии. Подрядчик зарабатывает деньги, во-первых, на поставке светодиодных светильников, а во-вторых, на установке этих светодиодных светильников. Но насколько я знаю и насколько было бы правильнее, насколько было бы интереснее для города, подрядчиком может стать наше городское предприятие «Горэлектросеть». Оно будет совместно, имеется в виду, предприятие будет совместно с Кировсветом, оно объединяется, поэтому вот наш муниципальный подрядчик, он станет и подрядчиком этого энергосервисного контракта. Но это всего лишь там, мои предположения. Я думаю, что так будет логичней. Почему это логично? Потому что подрядчик будет, ну, то есть «Горэлектросеть» или «Кировсвет» совместное предприятие, подрядчик займет свои мощности, займет спецтехнику, займет работников. Работники будут получать зарплаты, будут отчисляться налоговые платежи, будут хоть какие-то минимальные деньги попадать обратно в бюджет, потому что муниципальное предприятие обязано делать отчисления в городскую казну. Значит, а кто заработает на светодиодных светильниках, вот это самый главный и интересный вопрос на сегодняшний день. Потому что там и моя компания, и консорциум предпринимателей в Кирове, и заводы-изготовители неоднократно делают предложения городским властям о наших продуктах, которые мы могли бы предложить, светодиодные светильники. Даже компании есть, которые готовы полностью взяться за энергосервисный контракт. Ну вот, я думаю, рынок определит свое. Самое выгодное предложение будет сформировано. И с самым выгодным предложением через систему госзакупок, а энергосервис – это госзакупки, будет заключен контракт. А мы можем как-то пройтись по ценам, вот по опыту твоему в других регионах, в какую цену закупают вот как раз эти лампы? Ну, если мы говорим там, о замене лампы Denat 250 Вт, то цена такого продукта с учетом всех энергосервисных потерь, а вы должны понимать, что в этой ситуации поставщику светильников надо будет брать коммерческий кредит, скорее всего, потому что объем колоссальный. Ни одно, в принципе, предприятие в стране, наверное, не может из кармана достать сумму, эквивалентную 23 тысячам светильников. Поэтому будет кредит, нужно учитывать все затраты по кредиту. Я думаю, стоимость такого продукта там варьируется с учетом энергосервиса там, от 4 до 7 тысяч рублей. То есть в эту цену должен стоить светильник плюс стоимость работ по установке. А когда же вот город начнет экономить? Потому что если он сначала должен заплатить за контракт, то когда-то же он должен... Нет, город платит ежемесячными платежами от разницы в предыдущих оплатах за электроэнергию на сегодняшний день оплата за электроэнергию. Uh-huh. Вот вычисляется разница, определенные коэффициенты есть в энергосервисном контракте, и ежемесячно город перечисляет небольшую цифру, он не 300 миллионов перечисляет. Каждый месяц небольшая цифра. То есть экономия может составить сколько процентов для города? Ну, мне кажется, здесь экономия-то больше на том, что город получает здесь и сейчас. Это во-первых. И не достает одномоментно 300 миллионов с лишним рублей. То есть вот экономия, мне кажется, она такая. Сколько это в деньгах и в процентах, я пока не беру считать. Это надо просчитывать сам энергосервис, надо смотреть и разбираться в самом контракте, который будет администрация подготовлена. А горожане что получают от этого, кроме того, что бюджет начнет экономить средства? Вот само освещение этого качества, что... Значит, качество освещения у светодиодного светильника, какой бы он не был, какой бы производитель его не изготавливал, оно, в принципе, всегда лучше и насыщеннее, чем любая лампа Denat или Derel, тем более. То есть горожане получат качественное освещение, которое будет
доступна в ливень, в грозу, в снегопад. Если вы можете обратить внимание, когда у нас дожди в городе, у нас не видно, что под ногами происходит. Автомобилисты попадают в ДТП, пешеходы проваливаются в дыры, в ямы и так далее, ступают в какие-то лужи. А со светодиодным освещением и горожане, и автолюбители будут видеть все, что происходит на дороге и на тротуаре. То есть для горожан это безусловный плюс. Прервемся на полминуты и про провода еще поговорим. Обязательно. Продолжаем разговор в рамках программы «Особое мнение». Микрофон работает Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает предприниматель, депутат городской думы 5-го созыва Алексей Кузьмин. Еще немножко про освещение. Снова заявление Ильи Шульгина о том, что небо Кирова должно освободиться от проводов и при проведении строительных ремонтов, прежде всего дорожных работ, нужно убирать провода под землю. Насколько это вообще реально? Я разговаривала с разными экспертами, в том числе и телекоммуникационными компаниями, которые свои провода кидают со столба на столб. Они говорят, нет, это там вот нереально. У нас есть один владелец вот этой канализации. Сейчас я не про источник канализации говорю, а про каналы, прокладки связи. И там в той же горэлектросети, которой принадлежат столбы, будет невыгодно, если провода уйдут под землю, потому что они получают некую арендную плату вот с этих вот проводов. Ну, я с этим заявлением о том, что провода из города надо убирать, я полностью согласен. Значит, что касается того, насколько это эффективно и неэффективно, это показывает практика урбанистически развитых и правильных городов нашей страны и за рубежом, потому что протянуть провод по макушкам столбов бетонных либо стальных – это самый дешевый вариант. И даже я сказал, это самый неэффективный вариант. Почему? Потому что, во-первых, любой СИП-провод, самый несущий изолированный провод, он со временем провисает. Он провисает под тяжестью снега, обледенения. Провода изнашиваются, провода лопаются. То есть очень бывает много проблем, связанных с воздушными линиями и электропередачей, освещения, связи и так далее. Поэтому закапывать провода под землю – это эффективно. Это красиво, потому что здесь мы не забываем о, скажем так, привлекательной составляющей нашего города. И если вот эти все телекоммуникационные и электрические провода убрать под землю, то, безусловно, город станет краше. Можно не бороться с рекламой, нужно бороться с проводами. Единственный минус вот такой системы прокладки проводов – это цена вопроса. Потому что проложить провод под землю – это гораздо дороже, чем кинуть провод по воздушке. Это безусловно. Что касается того, что телекоммуникационные компании платят отчисления горэлектросетям за аренду их столбов – это правда. Я даже знаю примерный порядок цен, сколько отчисляют. Можете озвучить? Это на самом деле не такая страшная цифра, там порядка 10-12 миллионов рублей в год за все столбы, но я не думаю, что это настолько страшная потеря для города, если город будет закапывать провода под землю. Значит, ничего страшного, заработают на энергосервисном контракте горэлектросети. Значит, поэтому я полностью согласен с этим. Во-вторых, мы позавчера видели, как на дорогах Слободского упал огромный железобетонный столб, перегородил всю улицу. Слава богу, мимо не проходил человек, не проходил ребенок, не приезжала машина, и обошлось без жертв. А если бы были жертвы, если бы кто-то травмировался, это я к чему? Что в Кирове износ железобетонных столбов колоссален. У нас новые столбы строятся только в случае крайней необходимости, когда уж совсем столб покосился, изогнулся, или, не дай бог, в него въехала машина. Значит, только в таком случае у нас ставятся новые железобетонные опоры, либо на новых проектах, на новых участках ставятся стальные опоры. Так вот, крупные цивилизованные города уходят от железобетона, уходят от этих колоссальных советских ГОСТов на железобетонные столбы и приходят к узким стальным современным столбам. Они легкие, узкие, компактные, их легко устанавливать, в них легко смонтировать эту же кабельную продукцию, чтобы провод светильника шел не по воздушке, не по самому столбу, а внутри столба. Таким образом, провод опять же еще больше защищен. То есть одни плюсы от этого, поэтому если мы говорим о энергосервисном контракте, если мы говорим о
кардинальной смене системы уличного фонарного освещения надо и менять столбы. Менять столбы, устанавливать светодиодные светильники и закапывать кабели под землю. Это правильное решение. Это решение требует колоссальных финансовых вложений, но к этому надо стремиться. Может быть, такие вещи необходимо прописать в энергосервисном контракте. Алексей Кузьмин, это его особое мнение. Вы сейчас слушаете, предприниматель, депутат городской думы 5-го созыва. Еще про город и немножко политики. Мы знаем, что на прошлой неделе прошли выемки документов в компании «Кировспецмонтаж». Дело касается Парка Победы. И наши коллеги из Ньюслера получили комментарий от Владимира Быкова, спикера УЗС, которого так или иначе различные эксперты совмещают с делом по Парку Победы. Ничего не доказано его участие. Ему предъявляют претензию в основном в том, что во время его правления произошла эта вся история. Итак, Владимир Быков сказал, что находится в отпуске и будет говорить на эту тему после выхода из него, но потом добавил, Следственный комитет ведет расследование, разберется и поставит жирную точку, и что ему вообще не хочется разговаривать о том, что пишут о нем относительно этого дела. Ну и вот сам процесс движения по делу по Парку Победы, я думаю, имеет смысл оценить сейчас. Ну, насколько мне известно, насколько у меня есть информация, главная загвоздка и главная проблема в этом деле, в расследовании этого дела, это в том, что Кировская городская дума, которая приняла последнее решение о приватизации этого земельного участка, является коллегиальным органом и коллективным органом. Значит, там нет какого-то одного, единственного ответственного лица за данное принятое решение. И почему-то об этом и публика, и в СМИ все меньше и меньше говорят. Почему? Очень странно, потому что все-таки не надо забывать, там, какая фракция, каким большинством все-таки принимала это решение. Это принимал решение не только Владимир Быков. Он как спикер парламента, как руководитель фракции, он, безусловно, несет ответственность, скажем так, за непосредственное принятие этого решения, но принимал решение большинство депутатов в Кировской городской думе. Напомню, что оппозиционные фракции голосовали против этого предложения, против этой инициативы. Вот надо обратиться к той партии, к той фракции, которая это поддержала. Почему-то о ней мало кто вспоминает. Вспоминает только одну фамилию. Понятно, почему вспоминают? Потому что в той одной из ООШек, которая там, в том числе, приобретал этот земельный участок, оказался его сын. Да. Поэтому, естественно, вызывает у граждан это возмущение, и это правильное возмущение. Я считаю, что здесь самый настоящий конфликт интересов, и именно в том числе на это надо обращать и правоохранительным органам особое внимание. Это самый настоящий конфликт интересов. У нас с этим активно борется. У нас, не дай Боже, в какой-нибудь районной администрации глава администрации устроит на работу какую-нибудь свою двоюродную племянницу, и прокуратура моментально как-то реагирует на это событие. А здесь такая сделка, прямая сделка города, лица, которое принимает в том числе непосредственное решение. И вот как-то странно, что на это не акцентируется внимание. Угу. Во-первых, на то, что Дума – это коллегиальный орган, коллективный орган, во-вторых, что здесь самый настоящий конфликт интересов. Угу. Как мне кажется, это мое особое мнение. Сам процесс, как сейчас движется? Я не знаю, если честно, там как движется процесс, это надо все вопросы только правоохранительным органам. Я думаю, люди компетентные, действительно, как сказал Владимир Быков, они поставят жирную точку. Вопрос в том, какая это будет точка. Паблик «Строим Киров» выложил информацию о том, что на участках в генплане появились школы и детские сады на этом участке. Ну, это хорошо, если ситуация развивается таким образом, что этот земельный участок будет социальным. Если там появится школа и детский сад, ничего в этом плохого нет. Если этот же «Кировспецмонтаж», который является собственником сейчас земельного участка, построит на этом объекте детский сад. Вообще желательно, чтобы это было преподнесено в дар нашему городу. Почему бы и нет? Кировспецмонтаж, как огромное, одно из крупнейших предприятий в регионе, заработало немало денег на кировчанах. Почему бы и не заниматься социально ответственным бизнесом? А на этот
это коммерческая компания, которая за свои деньги купила этот участок. Безусловно. Ну вот раз ситуация таким образом складывается, что сейчас либо пан, либо пропал. Поэтому я, безусловно, не советчик ни КСМ, ни тем более правоохранительным органам. Но мне кажется, ситуация может как-то разрешиться мирным путем. Продолжаем разговор. Это программа «Особое мнение». Микрофон работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает предприниматель, депутат городской думы 5-го созыва Алексей Кузьмин. Ну и тут, конечно, нам нельзя сейчас заниматься агитацией ни в какую сторону, ни за агитацией, ни против агитации, но мы можем все равно посмотреть, какие люди идут на довыборы в городскую думу. Уже начинаются первые материалы предвыборные, их начинают уже обрабатывать, скоро будут публиковать. Сам ты видел эти кандидатуры, ты, безусловно, конечно, интересуешься и знаешь, как, кто идет. Если будет ли, так скажем, будет ли борьба? Мы не будем оценивать кандидатуры, мы разберем, будет ли борьба. Если не обсуждать конкретные личности кандидатов, то... Я думаю, к сожалению, в нашем городе, тем более на довыборы в Кировскую городскую думу, желающих прийти избирателей с каждым годом все меньше и меньше. Система выборов в нашем регионе, в нашем городе деградирует постоянно, потому что постоянно применяются какие-то черные технологии, постоянно избиратели испытывают на прочность, постоянно какие-то происходят обманы, недоговоренности и так далее, и так далее. Поэтому избиратель все меньше и меньше верит выборам, и тем более на выборы, на довыборы в Кировскую городскую думу, я думаю, придет в лучшем случае, там по 25% избирателей от необходимого, от проживающих в конкретных округах. Это, к сожалению, это плохо. Она, система выборов, она вот таким образом у нас, к сожалению, деградирует. И эту систему довели до... А, у нас агитация-то запрещена, да? Поэтому не скажу, какая партия довела до такого уровня систему выборов. Поэтому, к сожалению, здесь борьба будет за каждого избирателя. И кто больше приведет своих знакомых, друзей, родственников, кто больше запустит проектов там, 1 к 3, 1 к 10, это о чем я говорю, когда ты находишь своего знакомого в избирательном округе и просишь его родственников и друзей его родственников, которые живут в этом округе, прийти на избирательный участок и проголосовать там, за твою или за кандидатуру, либо за кандидатуру твоего товарища. Это так называемые проекты привода. Они используются всеми политическими партиями, всеми кандидатами. Так они вот, платные? В большинстве своем они бесплатные. У кого много денег, тот и, собственно, платит. А у кого денег мало, кто не занимается лоббизмом определенных коммерческих структур в городской думе, либо в областном законодательном собрании, то у того и денег нет. И он идет на общественных началах, изыскивает из кармана, достает свои средства, печатает на них какие-то листовки, календарики, хоть какой-то материал, который сможет о тебе рассказать. Ну, безусловно, вот кто сможет правильно организовать эту избирательную кампанию, кто может, скажем так, привести своего товарища на избирательный участок, тот и победит. И счет здесь будет идти на десятки, даже не на сотни голосов, а на десятки. Поэтому каких-то жестких отрывов, каких-то спарринг, столкновений, я думаю, в Кирове не предвидится. Что в городскую думу, что до выборов в областное заксобрание. Там компании будут абсолютно спокойные, они будут нацелены на привод знакомых избирателей, и явка будет крайне низкая. Поэтому ожидать какого-то интересного политического ажиотажа в Кирове, я думаю, не стоит. Прервемся на 1,5 минуты, у нас реклама, это программа «Особое мнение». Продолжаем разговор в программе «Особое мнение». Свое особое мнение представляет предприниматель и депутат городской думы 5-го созыва Алексей Кузьмин. Микрофон работает Светлана Занько. Итак, еще будут выборы на этой неделе уже. Это третья волна выборов в Общественную палату Кировской области. Напоминаем, что 2 списка уже определены. По 2 спискам кандидаты определились, это уже точно будут члены Общественной палаты, по списку губернатора и по списку областного законодательного собрания. Третья волна самая интересная. Там идут люди, которые выдвигаются не от депутата, не от губернатора, а сами по себе. По идее, они так должны выдвигаться. И вот еще интересная какая история. По 1-м спискам, чтобы было понятно нашим слушателям, нет никакого участия
членов общественной палаты нынешнего созыва, нет необходимости защищать никакие абсолютно проекты, никакие свои позиции. Ну, выдвинули и выдвинули. Списки есть и есть. Все эти люди, они попали в общественную палату. А вот по третьему списку, мало того, что нужно выдвинуться самому, нужно выдвинуться через общественную организацию, а нужно еще вот в этот четверг будет большое собрание, на котором члены общественной палаты должны будут утвердить этих кандидатов, и кандидаты вроде бы должны будут что-то защищать. Подход сам тебе как? Я уже высказывал свою точку зрения, свое особое мнение по формированию общественной палаты Кировской области. Когда она создавалась у нас в регионе, она создавалась, безусловно, сверху. Это была инициатива федерального уровня, и, безусловно, она была скинута к нам в регион с пометкой «Молния» и с пометкой «Срочно сформировать». Я помню, как мне рассказывали знакомые, собственно, как это все происходило, как она формировалась, как ставили галочки, кто туда пойдет, кто не пойдет, кто лоялен, кто не лоялен, кто нужен, кто не нужен. И, собственно, вот самая первая общественная палата, она была такая, скажем так, пробная, учредительная, ее можно так назвать. Но с каждым годом я замечаю, что роль общественной палаты в политической и общественной жизни региона, она с каждым годом возрастает. Члены общественной палаты все чаще появляются в СМИ, все чаще они высказывают свое мнение по тому или иному городскому либо областному вопросу, и это импонирует, так и должно быть. Общественники на то и общественники, чтобы быть публичными, чтобы высказывать свою точку зрения, либо точку зрения коллектива, кто тебя представляет, значит, на публике. Поэтому я считаю это правильно, роль общественной палаты возрастает. Если возрастает роль общественной палаты, то и требуется, скажем так, обратить и обращать особое внимание на формирование этой общественной палаты. То есть, как раньше, когда было скинуто сверху, и надо было под галочками быстро-быстро сформировать общественную палату, сейчас уже так не получится, и так уже формировать неправильно. Вот сейчас пришли к такому мнению, что политические партии не могут формировать членов общественной палаты, хотя и во втором эшелоне идут, да, во втором эшелоне идут представители от областного заксобрания. Хочу вам сказать, что действительно есть и устное, и письменное распоряжение о том, что политические партии не выдвигают своих членов в общественную палату. Членом общественной палаты может быть только представитель какой-либо общественной организации. Но по факту. Даже от областного заксобрания. Но по факту, что было и что мы сейчас увидели. Было некое заседание областного заксобрания, на котором, согласно квотам политических партий, представленных в областном законодательном собрании, было утверждено количество членов общественной, количество кандидатов в общественную палату. То есть, если всего от заксобрания ОЗС представляет 16 человек, то было определенное дробление. Партия большинства забрала, по-моему, 12 мандатов, если их можно так обозвать, значит, партии КПРФ и ЛДПР досталось по 2 мандата, и партию «Справедливая Россия» почему-то обделили, может быть, я, конечно, не преувеличиваю свою роль, но в том числе, скорее всего, из-за моей фамилии. По идее, была договоренность, если уж мы так формируем палату, то 2-2-2-10. То есть вот такая должна была представка. Но в итоге от «Справедливой России» был один. Был ты, в том числе была моя фамилия, и вот, к сожалению, «Справедливой России» достался лишь один мандат. И вот такая получилась процентовка. Правильно это или неправильно, мне кажется, это немножко отходит от своей же договоренности устных и письменных. Почему? Если политические партии, принимайте решение, политические партии не формируют общественную палату, почему председатель областного заксобрания, руководители политических фракций в областном заксобрании принимают решение о каких-то квотах? О каких-то квотах, и, естественно, маячком этих квот являлось указание партийной принадлежности в анкетах кандидатов. То есть каждый кандидат... Которая объяснялась тем, что эту партийную принадлежность надо снять, если ты пошел. Это якобы такое формальное оправдание было, на самом деле это был маячок. По принципу свой-чужой.
ты в какой политической партии? Ну, вот от такой квоты иди. Ну, скажи, пожалуйста, ты сейчас пойдешь в третьей волне? Я на эмоциях, наверное, подал заявление на третью волну формирования общественной палаты. Но, опять же, почему-то поступила информация мне, что и в этой квоте по распоряжению или по указанию, или по устной просьбе определенных членов партии «Единая Россия» и меня и там не хотят видеть. Там есть конкретные люди, которые тебя не любят? Ну, конечно. Видимо, есть люди, которым я постоянно перехожу дорогу. Ну, вот, к сожалению, почему-то у нас вот так происходит. Ну, достаточно послушать эфиры с Алексеем Кузьминым, чтобы понять, кто эти люди. Ну, «Единая Россия», если кому-то не нравится мое особое мнение, ну, вот они так реагируют на мое особое мнение. Но все равно, в четверг будет, да, в четверг будет определяться с этим списком. И мы там будем, и мы будем видеть, как все происходит. Я буду впервые участвовать в этой истории, и своими глазами все увижу, потом обсудим, как это все происходит. Действительно. Продолжается программа «Особое мнение». Его высказывает сегодня Алексей Кузьмин. И у нас остается 4,5 минуты до завершения этого эфира. У меня есть несколько, две темы на выбор. Либо мы городские проекты некоторые обсудим, возвращаясь, да, к нашей первой теме, закольцуем, потому что объявлен конкурс на лучшую концепцию благоустройства территории ленточного парка в районе Жовско-Озерного озера. У нас тут центральный рынок обсуждается со всех сторон, цепь оврагов засора или молодежная политика и КВН. Давайте мы лучше вернемся городским проектам и актуальным проектам. А хорошо, молодежку обсудим отдельно, соберемся и обсудим здесь в этой студии. Ну вот смотри, все-таки следуют уже какие-то серьезные вещи, да, не просто заявление, а давайте-ка мы вот тут, значит, нам нужны ленточные парки, а уже объявлен конкурс на лучшую концепцию благоустройства территории ленточного парка в районе Жовско-Озерного родникового комплекса. Есть разные мнения на этот счет, и я, и ты, наверное, тоже хорошо себе представляешь сомнения, которые возникают, и скепсис у людей, которые дополняют, в том числе и заметки в СМИ, и мы это делаем тоже, что уже были такие идеи, особенно что касается оврагов и вот этой, да, пролетной такой улицы, о которой заговорил Илья Шульгин, что хорошо бы сделать цепь оврагов, объединить в единую, не пересекающую автомагистрали цепочку, чтобы дети могли ездить на велосипедах и гулять безопасно. А вот уже появляются некоторые конкурсы. Да? Давай, сейчас мы это обсудим. Есть ли, можем назвать ли мы это уже первыми шагами для реализации подобных серьезных и достаточно крупных проектов? Или, как сомневаются некоторые наши коллеги, поговорят и разойдутся, ничего не произойдет? Самое главное, что бы хотелось сказать, это первое, надо что-то делать. Вот если ничего не делать, не предпринимать никаких шагов, не формировать определенные концепции, не проводить урбанистические форумы, которые предстоят в нашем городе, то ничего в нашем городе не изменится. Какой бы ни был глава администрации, какая бы ни была городская дума, их инициатива может раствориться где угодно, если не делать каких-либо конкретных шагов. Вот тот конкурс, объявленный на формирование концепции вот этих привлекательных ленточных парков, мне кажется, это первый шажок, и этот шажок надо сделать. Если мы не увидим какую-то картинку, если мы не поймем, что мы хотим добиться на этой территории, что мы хотим получить, что хотят горожане здесь увидеть, то мы дальше этой картинки никуда не сдвинемся. Нужно видеть концепцию, нужно видеть проект. Исходя из этого проекта и концепции, уже формировать какую-то сметную составляющую, проектную составляющую. И уже там, искать подрядчиков, искать финансирование, залазить в федеральные программы. Или это будет инвестиционный проект предпринимателей, которые будут зарабатывать на этом деньги. То есть вот, как чтобы нам представлял архитектор из Питера, да, на примере Иркутского квартала 130. В том числе, да. Это очень был хороший и позитивный пример, когда бизнес и развивается, и зарабатывает деньги, а город получает благоустроенную территорию, и жители могут этой территорией пользоваться, причем практически там все безвозмездно. Значит, это что касается вот необходимости создавать какие-то концепции, проекты. Это правильно, это нужно делать. С этим я, безусловно, согласен. Скепсис, который возникает по этим проектам, это то, что у нас уже было масса таких проектов. Помните картинку огромного, красивого заречного парка нашего города? Она до сих пор висит в коридоре. Да, с канатной дорогой, с бассейнами, со спортивными сооружениями, с стадионами, качелями, каруселями и так далее.
Вот этот проект, он был как создан, так и он и умер в коридорах городской администрации. То есть под него дальше никто не работал. Не искали инвесторов, не искали федеральные, там, областные целевые программы. Никто дальше вот этих картинок не работал. Ну что сейчас изменится? И надеюсь, что в современных условиях с новыми людьми дальше картинок все-таки пойдут. И будут уже искать какую-то конкретику, что касается, вот, например, этих проколов и о том, как мог бы зарабатывать бизнес. Вот, например, одна из ключевых проблем в Нововятске – это переезд Горбатый, да? И уже неоднократно и горожане, и власти задумываются о неком проколе, чтобы автомобили проходили через этот переезд. Туннели такие. Туннели, а над ним приезжал поезд. Так вот, хочу сказать, что есть бизнесмены, которые заинтересованы в этом проекте, они уже там получили определенное согласование с РЖД, и не сегодня-завтра вот мы вместе с ними будем стучаться в городскую администрацию, делать это предложение. И вот бизнес может зарабатывать. Горожане получат беспробочное пространство, город получит решение одной из проблем. Проект платного проезда под переездом? В том числе, да. Полностью платного проезда? Частично. Там же огромные потоки общественного транспорта, ну, конечно, жителей, конечно, общественный транспорт. Которые будут не согласны с платой. Безусловно. И это проблема и властей, и бизнеса, как это все актуализировать, как это все сделать эффективным, как это все сделать максимально дешевым, и как жителям, скажем так, максимально создать комфортные условия. Это я всего лишь об одном из примеров. И вот создание вот такого прокола ленточных парков через все овраги, мне кажется, это хорошая, классная идея. И бизнес в том числе может зарабатывать на каких-то и на подрядах, и на подряде на этом проекте, и на каких-то сопутствующих вещах. Кафе, рестораны, сувенирка. Инфраструктуре. Да. Будем развивать, безусловно, эти городские темы во всех наших программах. А пока благодарим Алексея Кузьмина, предпринимателя и депутата Кировской городской думы 5-го созыва. Это было его особое мнение. Спасибо, Леша, что пришел. Приходи к нам еще и хорошего всем дня. Спасибо. Всего доброго.